Мы начали уже? Да. Парам-пам-пам-пам. Всем приветики. Как ваши делишки? Скучали? Мы скучали. С вами Лилия. С вами Ева. Ангелина. Сегодня мы с вами будем смотреть «Чапалак со скоростью света». Очень интересно. Я не могу представить, что это такое, поэтому поехали. Поехали. Это ж надо было так упасть. What the fuck? Какие дела, народ? Если вы сильно хотите зарашить врагов, то главное здесь не перестараться. Рядовой сквозняк в деле. Чувак так сильно хотел вылететь в топ, что в итоге вылетел из окна. Спецназа вечно какие-то проблемы с окнами. Ну или может он ворвался, оценил ситуацию, понял, что в Солянова не вывезет и такой... Я погнал, давай. Вообще вовремя катапультироваться — это полезный навык, и это еще нужно уметь. Нифига себе. Да бей. Бедный стать не может. Это мои попытки встать к первой паре. Пьеро, nope. Блин, бедный. Nope. 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 Друг, если ты решил нанести самолету тяжкие телесные тупым предметом, то, во-первых, предмет ты подобрал идеально, но в целом это хреновая затея. A lot of vines and a lot of dimes. Guys. Как выглядят мои распрыжки в КС? Ну чё, разорок, погнали! Не допрыгнет. Бывает. Братуха, тебе жопа. Тебе жопа, братуха, а потом твоей жопе жопа. Но сначала я с твоей жопой. Макс! А сейчас настал момент посмотреть лучшее видео в VR, которое вы только видели. Готовы? Погнали. Красавец какой. Мерседес. Класс. Таких людей был придуман VR. Он настолько грациозно и красиво делает какую-то хрень, что это кажется реально искусством. Хрень. И вот так примерно в VR играю я. О. Он там, походу, в Mortal Kombat играл. Боже мой! Просто. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда. Ну хорошо, что он сиганул в телевизор, а не... Из окна! Как по рассказам моего бати, он добирался до школы. А вот так в школу добираются дети из Лос-Сантоса. Мне кажется, этот пилот устроился таксистом в Uber, но его не предупредили, что... Это вертолет! Вы с другом в деревне сперли у соседского деда клубнику в огороде, но тут он завел свой трактор. Беги, беги. Беги, дорогая, беги. Все. Поехали, шашлык пахала. О, ручник, я могу спустить ручник, и я покачусь вперед. Все просто. Ой, бля. Если вы удивляетесь таким движением трактора, то посмотрим, что вы скажете на вот это.
Чувак явно не ожидал такой техники. Это гелик. Я знаю, кто там за рулем сидит. О, ручник! О, я помню этот трек. Что нам метает лёд, пусть теперь нас никто не найдёт. Наш корабль идёт ко дну, помоги мне, я утону. Мы лоском забили колёс. Такой сладкий вас такой. Да-да. Чувак, походу, вернулся из деревни от бабушки. Хорошо, что его не догнал дед на тракторе. Но зато с уверенностью можно сказать, что он не был говном по жизни. Это ты на свой забитый в хлам жесткий диск пытаешься остановить последнюю колду. Ты завис, чувак. Как выглядит моя решительность? Да, или нет? Ну, в принципе, да, хотя нет. Может пойду, быть, не ну нахрен. Но если подумать, да ну. А все-таки хрень полная. И кассирша в маке. Так вы будете брать соус или нет? Нет. Говно, собачий жлоб, вонючий дерьмо. Копадла. Как-то он не решался лезть наверх, потому что знает, что его там поджидают. Чувак, не бойся, он все равно не попадет. Нет. Ну или это просто лестничный флекс. Примерно так выглядит фраза: одна нога здесь, другая там. Да, это точно. Кстати, насчет Майкла Джексона, я нашел его самого преданного поклонника. Ты куда? Завис. Смотрите, какой пиздюк, это Максимка. Максимка? Он компьютер смотрит. Ну, теперь он может стильно лунной походкой говорить о людей. Массаж спины заказывали? Сейчас, по-моему, пойдет назад. Да ну, уже истоптал. Как петух курочку. GTA — это когда ты убежал от 5 звезд копов, от военных и бандитов. Тебе осталось только доехать до финала миссии, но... What? Пока. Быть может, волк и слабее льва и тигра, но волк в цирке не выступает. Да. А, стоп, что? Вообще. На заплатках, ага. Сила. Такой большой. Какой-то странный тренд задал Геральт на передвижение верхом. Шевелись, плотва. Ну да. Четко. Мама разрешила тебе 15 минут поиграть в компьютер. Твоя игра. Внимание, анекдот. Выходишь из душа, в чем мать родила, думая, что никого нет дома, и тут батя в коридоре. Че, крутой, да? Убери волыну! Ну а на этом все, народ. Я надеюсь, мне удалось поднять вам настроение. Если это так, лайкомат внизу, да, дайте мне знать, как это было. Подписывайтесь да, на канал, бомбите в колокол. Да, все, спасибо вам за просмотр. Всем пока. Ребят, напишите, как вам видео, нам вообще зашло. Очень позитивно. Прям очень нравится смотреть все эти видео. С кайфом, по кайфу. Ставьте лайки. Подписывайтесь, кто еще не подписался. До скорых встреч. Любим, целуем. Увидимся скоро. Пока.